Открытый телеканал представляет. Вильнюс. Долгие годы центр еврейской мысли. Иерусалим Делита, как его называли. Город, в котором треть населения составляли евреи. 60 тысяч человек. Почти все они были уничтожены в годы Второй мировой войны. Мы приехали сюда, чтобы участвовать в ежегодной встрече еврейских общин стран Балтии «Лимут». Мы – это израильтяне, активисты движения «Арвут». Нас пригласили сюда, чтобы мы показали здесь документальный фильм «Антисемитизм» и познакомить с книгой, которая легла в его основу. Еще до начала презентации мы взяли несколько интервью. Мы задавали одни и те же вопросы. Чем, по вашему мнению, отличается еврей от других народов? Каждый еврей, то, что он делает, это мое личное такое понятие, он делает все хорошо. Еврейский учитель учит хорошо, еврейский директор руководит хорошо, еврейский врач лечит хорошо. Это у меня такое личное понятие. Я, знаете, психолог по своей специальности, все исследования говорят, что есть 50 на 50. 50 генетика и 50 обстоятельства, социум и так далее. Так я говорю, что вот мы сформировались, шли и пришли. Тут я могу, конечно, немножко ошибаться и не быть популярным. Я думаю, что евреи, еврейство, это, быть может, даже не совсем народ. Это какое-то внутреннее состояние, чувство общности, может, за эти века, как бы, которое навеяно нашим общим горем. Самое главное, что мы любим мир. Мы помним всю нашу историю. И мы народ, который любим любого другого человека. Я сказала бы, высокая чувствительность. Я делала несколько исследований по травме Холокоста. И многие исследования говорят, что вот эти наши поколения более чувствительные, но с другой стороны более оптимистичные люди, очень сильно стремящиеся к знаниям. Но это я всем говорю, научные исследования. Скажите, а что нужно сделать, чтобы навсегда победить антисемитизм? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не думаю, что это в наших руках. Почему? А в чьих? Кто здесь рулит? Циклы, исторические циклы. И мы вспомнили ту экскурсию, которую устроили нам наши друзья из вильнюсского отделения «Арвут». Мы теперь находимся в дворе старой еврейской больницы. В этом дворе собирали людей. Тут полно-полно. Вот с сентября 6-го, с самого утра, с 6 утра начались обвалы в еврейские дома. Они начали ломить дверь, дали по полчаса максимум на собирание вещей. Если мы увидели бы 41-й год сентября 6-го, тут бы было, там, не знаю, тысяча людей, все на своих чемоданах и не знают, что будет дальше. Так начинался печальный конец вильнюсской еврейской общины или Северного Иерусалима. А вечером была встреча и презентация нашего фильма. Мы, евреи, построены в основе не по принципу семьи. Мы сегодня разговаривали с вами, что в евреях есть что-то необычное. Это необычное заключается именно в том, что мы, наша стволовая клетка иная. Мы не похожи на другие народы, мы не родственники. Мы построены по принципу идеи. Мы люди идеи. Антисемитизм. Спроси себя, что лично ты чувствуешь по отношению к евреям? Как известно, все познается в сравнении. А теперь скажи, но только честно. Есть ли разница в ощущении, когда ты слышишь, допустим, слово «голландец» или «цыган» и «еврей»? Ну и что это за идея? Идея единства. Ты можешь нормально как-то сказать, чтобы я понял? Возлюби ближнего, как самого себя. Кого? Все 3 миллиона? В конечном итоге все человечество. Это же невозможно. Мы показали свой фильм. Он рассказывает о той роли, которую играют евреи в развитии природы и человеческой цивилизации. О том, что все, что мы обязаны сделать, это объединиться в круг, чтобы стать как один человек с одним сердцем.
А потом было обсуждение. Конечно же, в кругах. Первый вопрос, который я задам. Насколько вы обеспокоены ростом антисемитизма в Европе и в мире? Сейчас это очень актуально, особенно в Европе. Попробуйте высказать очень коротко свое мнение по очереди. Я просто вот не знаю, как это выразиться. То ли это подарок, то ли наказание. Но я думаю, что сама идея настолько благородна, что как бы обязанность каждого из нас эту ношу все-таки и миссию выполнять и дальше. Надеюсь, что для этого у нас хватит сил. Растет другое поколение, с которым нужно работать. Они другие, они понимают. Они, понимаете, они не настолько, они не кусок дерева. Тут я ж и на скорту.